Мы обменивались идеями, обсуждали их друг с другом. Не было такой поляризации мнений. Сейчас ведь действительно поляризация. Есть только «за» и «против», третьего не дано. В таком случае невозможна конструктивная коммуникация. И очень жаль. Мы могли дурачиться, а могли рассуждать серьезно. Для всего было место, была общность людей. Вот поэтому я сейчас скучаю по общности людей. А сейчас мы видим, как человек погружается в одиночество, как беднеют его эмоции.